Так, всем привет. Сегодня у нас будет стримчик. Водный. С Леней. Не надо меня. Надо. Я неизвестный. Так, я кинул тебе приглас, не? А, сейчас. Да, кинул два раза. Где, блин, а куда здесь? Где он тут показывается? А, вот принять приглашение. Нашел? На чем едем? Какая да, нация? Да, да. Да, едешь, нем. Давай, смотри, посмотри, как какого рейтинга у тебя техника сейчас выбрана. Сколько машин у тебя сейчас в наборе? Надо научить тебя набору еще собирать. У меня набора еще нет. Ну как? У меня две. Две машины? Две машины, да. Одна качается, другая резервная. Наведи на нее и сверху найди, там идет ранг, а потом боевой рейтинг. Сколько на боевой рейтинг? Боевой рейтинг 2.3 у меня. А вторая машина? 1. Вот видишь, и тебя будет кидать 2.3. Ага. Вот о чем я тебе говорю. Вот я сейчас, ну, пускай кидает. Пускай кидает. Ну ладно, давай тогда. Ну а что мне, что я могу сделать? Тогда я себе тоже верну технику одну. Окей. ПЗ3Е. Все, погнали. Я скачаю вот это. Нажимай в бой. ПЗ. Ничего. Ну я ПЗ3Е качаю. Но у меня не ПЗ3Е я качаю. Я понял. Бой я нажал. Я на ветку пошел. Нажал, ага. Я нажал в бой. Я ж на этом, а на тигра иду. А ПЗ3Е это на пантеру. Ой, у меня воздушные бои что-то стояли. О. А я думаю, что танки затемненные. Там же просто по умолчанию. Это что, матюкаться нельзя? Ну, нежелательно. Да тебя там все равно никто не смотрит. Не, ну. Я стараюсь поддерживать чистоту, хотя я ругаюсь. Частенько. Ну ладно, я тоже буду стараться. Нет, ну ругайся, если надо, конечно. Так, смотри, там нам, короче, нижнюю часть хорошо бы отбить. Сейчас посмотрим, правда, какой режим будет. Это типа нижний рест надо? Да, да, если три точки будет захвата, надо стараться нижнюю отбивать, ее самое сложное отбить. Вот это желтого цвета такая, кремового. Да я еще грузишь. Так. Что, берем сразу матерые танки. Давай на матеры. Там. Те, что качаю. Вот, да, три точки. А, выбирай нижнюю точку респа, чтобы появиться. А потом только в бой нажимай. Все, я нажал. Так, а подожди, у меня снаряды сейчас. Выставляю, давай. Ага, мне надо снаряды поменять. Так, постарайся побыстрее появиться, потому что, чтобы ты не запутался, тут ехать не особо-то удобно. Все, я появляюсь. Так, поехали туда. Назад, назад, в другую сторону, видишь, в чем прикол. Чем мне? Оказывается, надо проехать чуть вперед, скорость набрать. Или долго стоять на месте, разворачиваться. Вот они уже, видишь, берут ее. Уже взяли. Уже взяли. Ну вот так. А там не. А вот так вот. И вот ее сложно отбить, поверь. И у них тут боты сейчас, вон я вижу одного. А как ты различаешь, боты или не боты? У них не подписан этот самый. Не подписаны, он справа, Алекс подписан. Ага. Т-28, по-моему. Ну давай вот этого гаси. Я пока ни того не вижу. Что-то не могу его пробить. Правой кнопкой увеличь. Да я увеличил, но все равно далеко. Под башню закидывай. Я там уже. А кто-то стреляет сюда. Меня. Надо спрятаться.
Слышишь, назад подъезжает, кто там Алекс. Так, одного убили. Наводчика контужил. Надо. Ну надо смотри, вперед. Сам, смотри, вперед надо вообще. За Булгарочек. Да меня тут вообще уже. Я же сейчас же умру и ничего не успею сделать. Есть, я одного бока вынес. Ну давай, вынес одного. Так, теперь Т-28. Блять, не попал. Не вижу его. Ага. Чуть выше ему прям по башне. А, вот. Это ж... Вот, есть. Одного убил ему там. Ну, а у меня перезарядка КД долгая. Вот тут еще рядом. А, убили, отлично. Т-28 тебе. Бронячий он, блин. Так, я погнал дальше. Да он назад отъехал. Ага. Ну давай вместе. Он Т-26 вижу. А я если ну. А я не успел. На базу, если я стану. Т-28 вылез опять. Но он за камнем, если вниз спустишься, он будет за камнем. Так, справа, кто там базу берет? А там башенка торчит. А, вот пулеметик там будет. Вот, кстати, как поставил вот эту оперативу, вот везде все заебись, а в тундре почему-то FPS упал. Вот я подозреваю на это. На скорость оперативы. Частоту это. Не должно. Так, вот тут бот. На тебя. Бля, вот есть снаряды, стреляешь, да. Он не засвечивается этот экранчик. Как будто не попал. Взрывайся. А тоже. Если я на эту на базу стану чиниться, мне экипаж. Нет, экипаж не. Экипаж не лечит. Так, кто-то или свой, или слева кто-то стреляет. Да. Слева, слева там. Т-28 слева. А, так надо его заехать. На скорости разгоняемся. Ай, ты в камень ты врезался. Чё, блин, в жоп. Ай. Зад не пробил его. А кто-то еще меня. Я попёр. Тебя, я тебя попёр. Да. Бля, не пробиваю. Что за по башенкам. Пробивать надо. Днище. А, по башенке? Я в днище пробил. Не, ну оно вообще дамаг не наносит. Не наносит, тут же ж нет дома. По башенкам. Боковую часть башни. Ну в башню. Боковую заднюю часть. А у него башня сломана. Все, есть, я убил его. А, все, так я его этим самым. Глянь, три точки захватывает, надо хоть одну отбить. Там. Я на А пошел, прикрывай ну, меня. Давай. Не, я да, ты да, прикрой, да, тут от того, что больше будет стоять, большого толку нету. А, хорошо, хорошо. Мне, в принципе, и чинить-то нечего. Смотри, у меня тут кто-то есть. Это бот внизу. Огонь артиллерии. Не знаю, не вижу. Бля, как медленно башня поворачивается. А у тебя, наверное, контужен этот наводчик. Нет, целые все. У меня тоже контужен. Ну, Т-28 опять. Блин, артиллерии гасят. Так, а я захватил же ее, все, можно уходить. Как он медленно ну, отходит. На Б теперь надо. 4 километра в час. Да надо вот тут сначала завалить, он Т-28 опять лезет. Вот Т-28, Т-28 он сверху. Он на нашего этого едет. Я вижу. Ай-яй-яй, на меня повернулся, он уже того загасил. Слянь,
собака меня с ваншотил. Да я ухожу. Куда он попал? Так, есть, попал на ходу. Появляюсь. Так, меня кто-то там сзади лупит и базу забирает. Т-26, прикинь. Командир ранен, нахера себе. А куда мне, к тебе ехать или... Да там отбивай уже. Блять. Ранил мне все тут. Бля, чё я не попадаю вообще? Может, ствол поломанный? Нет. Не попадаю в него и все. Я никого не пробиваю. А, у меня же артиллерия должна быть. Ну, сейчас заряжется. Ой, слева Т-28. Как мне тут нелегко, да? Все сломали, блин. Все, я убитый. Вот тебе рейтинг. 28-й это высокого рейтинга там. Прикол в том, что мы просто можем не пробивать вообще ни один танк. Ай. Так, я возьму ПЗ-2Ф. Ты 28 нагибает тут. Вот так вот я играю, дядь. Вот такой слив жесткий именно. Сейчас на бомбардировщике вылечу. Может, что-то тут дам. По базам раскидаю. Но нужно далеко не едь. Нужно зону А, наверное, захватывать. Да бери какую-нибудь, да, я сейчас подъеду, помогу. Вот лечу. За мной, правда, три вражеских самолета. Сливались. Да. Типа у нас в команде одни нубы, короче, у них одни статисты. Ой, я врезался в скалу. За мной три самолета гнались, прикинь. Сейчас они сюда пролетят. Но у меня всегда так кидает день. Вот. Так, я поехал захватывать на какую. Не знаю, сейчас, наверное, сольюсь, да? Так, одного убил с пулемета. А, я на зарядке. Чё, ё-моё. Да, он меня с выстрела, хоп. А что ты меня сбил? А, у меня вообще... Т-28 вот это опять меня убил. Да. Надо выставить все такие. Чёрти с откуда, с этого самого. Почти со своего респота. Бля, кто это тут? Кто это тут? Самолеты. О, лень тут справа. Какая херня. М3 ли, ёпта. Бля, меня тут вообще со всех сторон. Да мне тоже только шо. Они уже к базам, к нашим респо подъехали. Бывает, появляешься, понял, ничего не успеваешь даже сделать. Я первый. Так, а кстати, у тебя бусты есть? Активировать, чтобы быстрее качаться. А, то есть там что-то на. О, патрончик блатной бомбы изучать. Давай выставим технику. У тебя есть еще? Или ладно, так и будем, ладно. Большими будем дядьками играть. Быстрее прокачаемся. Так, я готов. Так, буст сейчас поставлю какой-нибудь.
Два дня, один день, вот на один день, на 20. А я один провтыкал, на 20 миссий активировал. А не катался. Так-то я заметил, ты знаешь, день провтыкаешь, короче. Через день заходишь, а все равно не сгорает этот самый. Продолжают давать ящики дальше. Я готов. Сейчас. Я стараюсь вот запчасти выкачу, потом снаряд самый блатной, если есть такая возможность. Да я точно так же. Все, я готов. Потому что, ну, без снарядов нормальных тут нечего делать. Еще если высоко кидает. Вот у меня будет топовый снаряд на этом ПЗ-3, 83 миллиметра пробития. Я тут Т-28. Аккумулятив? Ну там да, по-моему, аккумулятив будет. Надо посмотреть. И что ты вот этот Т-28 аккумулятивом не пробивал? Нет, у меня он не выкачан. У меня сейчас 50 с чем-то пробитие. Пробиваю его, да. Ну надо долго стрелять. Я его пробивал, зачем? Так а я тоже. У меня 100 миллиметров пробития, почти 90, а я его не этот. Ну там по... А у тебя какая с этим... Есть кумулятив с этим огненной струей, типа, который не, прожигает броню. Бронебойный. А, у тебя бронебойный. Под калибром у меня. А есть кумулятивный, по-моему. Он, короче, прожигает. Он не наносит так много вот урона, но он... Да. Он целенаправленно надо посылать его именно в точке, где уязвимые места, где боеукладка лежит, например. Если ты ее зажжешь, она взорвется. Кумулятив, он вообще там же газы и выжигает все вообще изнутри. Выжигает броню, правильно, пламенем. Вот. Не броню. Все внутри тоже выжигает. Ну выжигает, они правильно. Они же под давлением. Но он, получается, делает маленькую дырочку. Но в нее входит стержень такой, заряженный этой самой хуйней. Газами этими, не знаю, да. И эта струя газа входит уже внутрь танка, получается. И экипаж, она ни осколков там не разнесет, ничего внутри. То есть ты можешь только одного члена экипажа высадить. Поэтому, ну, Амару советовал. Да, нет, там все умирают. Так, все давай будет. На нижнем респе объедем сбоку, будем сбоку настреливать. Нижний респе берем. Да, а на чем? На больших? На больших сразу берем, да, те, которые качают. Поехали. Так, сейчас посмотрим, кто тут против нас. Тоже ПЗ-3Е, смотрю. Я уже погнал. Где ты? А вот ты, вижу. А ты где, кстати? Я правее. Ну, я за тобой. А чё этот камуфляж, он за деньги или чё? Это я на халяву. Я крашу на халяву. Берешь картин? Ну там внешний вид включаешь, и ты можешь две наклейки поставить. Еще ты можешь сделать, чтобы она отображалась с другой стороны. Но. Ну я вот ставлю одну сверху делаю, короче, одну сбоку с двух сторон, понял? И картинку берешь, растягиваешь как ты хочешь, крутишь, вертишь ее там, короче. Картинка сама по себе маленькая. Я ее растягиваю. Вот он танк первый. Вот сюда за камушек заезжай. Ай-яй-яй. Ай, блин, он проехал. Дернулся. Блин, вот смотри, они уже сейчас три точки брать будут. Вражеские войска захватили точку. Сейчас он Е будет проезжать. О, я видел, это ты пульнул с красной штукой такой полетел. Тут вообще место для ПТ-шек, но я тоже люблю сюда поездить. Поможет дальше проедем. Можно попробовать. Но аккуратно очень. Задние пути. Вражеские войска захватили точку. Да, три точки опять захватили. ПТ-шку я не вижу. Так, а вот М2. Где он пропал? ПТ-шку не видно.
Поехали дальше. Поддержка хорошо, плохо. Давай попробуем этот проехать дальше сбоку. Вон, я М13 вижу. М13, стой. Где? Блин, где? Прицел не подбил, она уже умерла. Вот впереди. Обходи. Это пулемет, короче, зеничек. Он должен эти бить. Самолеты. Ну давай ему. Его пулеметом даже можно. На ходу его надо. Я его не вижу. Где он? Опять кто-то меня стукнул. Таранить буду сейчас. Где ты? Я его так пизды даю. Ай-яй-яй, ля, тут арта накидывает. Блин, лагает. Ну, у меня самого лагает. Я записываю просто. А, вот он что. Ля, его что, не вынес? Вынес кто-то. Не ты, по-моему. А, вынес. Пошли. Ну, экипаж когда выносят. Сверху там этот самый самолеты. Ай-яй-яй, сейчас. Так ты ж не стой, нельзя стоять. Их пулеметом. Я не стою. Опа, прикинь, попал по мне. Опытный, походу. Ладно, я тебя на мелком чем-нибудь догоню. Я не вижу, где он там. Улетели уже. Так, а что там? Видно кого-нибудь там? На окраине города какого-то. Поеду, наверное, на базу отбивать все-таки. Так будет выгоднее. Мне тут. А, ля, меня стреляет там кто-то. Что-то подозрительно, что у меня одна артиллерия только. Это от базу иди отбивай. Отбиваю, я ж туда и еду. Я туда и еду, чувак. Я тебя еще насвечивать тут буду, на точку С. Ай-яй-яй. Вот тут танк у меня. Блять. Тут опытные, да, я согласен. Артиллерия на позиции. Заряжай! А я их с тылу попробую. Но ко мне сейчас дадут люлей. А чё вы там базу не можете открыть? Для вас там сколько? Дядь, ПТ-шку не видишь? Ну, уже поздно. Поздно. ПТ-шку не видел? А, ты не увидишь. Да я тут... А что даете? Я один тут. Наши берут толпой одну базу, понимаешь? Всей толпой одну базу. А я один беру одну базу. Не могу убить, блин, этого чехла, короче. Во, убил. Ну я на ремонте. Меня сейчас еще арта накроет. А ты че, не умер, блин, придурок? Ля, я думал, что я его убил, а он, оказывается, не умер. Козлина ты такая. У меня сейчас еще арта накроет. Ай-яй-яй-яй-яй. Данные, короче, не арт-танк. А тут ты долго, я уже последний танк свой взял. Так, вроде наши уже начинают вторую базу брать. Я сейчас тут из-под тяжка буду артовым помогать. Да, артой надо закидывать, конечно. Сейчас я взял танчик с артой. Блин, у меня что-то арты нету, тут ПТ-шка как раз. Давай, артиллерия, появляйся. О, есть. Сейчас ее. Так, ну я на другую базу поехал.
Так, сбоку вот у меня фото тут есть, СТ-шка какая-то. М24. О, да это... Это тип наш. Нормально, сейчас точку отберем. Надо на точку ехать. Ай-яй-яй. Не... Я рядом, рядом. Пет. Бля, у них там эти самые. Они вот я заметил еще, блин, по мне кто-то стрельнул. Вот, все три точки взяли, теперь надо держать их. Я поехал. А, это что, у нас или нет? Наши три точки взяли, да. Вот точку Б отбивает. Точку Б надо защищать. Я на точку. Ай-яй-яй. Засвети меня на точке Б, я туда могу. Блин. Я туда кидаю. Ой, точку А берут. Ну за А не обещаю. Ну, сука, сейчас у меня перезарядится. А чё, он умер уже? Блядь, я мертвый там стрельнул. Ну, надо точку захватывать. Блядь, где он там стоит? О. Блин, ну захватывайте, ё-моё. А там два танка у них на захвате, я уже туда артиллерию послал. Да надо на захват встать, что артиллерия. Да, при чем тут захват, если их двое и один? Артиллерия готова. О, есть, одного загасил. Блять, нормально, я держу точку А. Эх, не успел. Вот так и играю. Да потому что у нас там клоуны. Так клоуны. Не могли ничего сделать, стояли там, я не знаю, что они там делали. Ну хотя, смотри, больше нас настреляли. Я 12-й по списку. Хотя вроде бы старался. Потому что нас кидает высоко. Честно говоря. Ну, еще немного мне осталось, чтобы прокачать. Тебе потом смотри. Вот правой кнопкой нажми на танк. Вот там увидишь внешний вид, если что. А еще где сменить технику? Еще где сменить? Сейчас Надя звонит. Алло. Ой, блин, у меня вода закипела, чувак, сейчас. А у меня... Алло. А вот там, где сменить технику, нажмешь. Отправить в отпуск. Это лишнюю технику ты поубираешь и будешь сюда ставить только ту, которая тебе надо. А ячейки создавать на наборы нажимаешь и добавить новую ячейку, там имя ей дашь. Вот, и ты их можешь делать сколько хочешь. Так, погнали. Мы потом рейтинг как выкачаем, хотя бы надо сколько? Три машины надо второго ранга. Примерно одинакового рейтинга. Ну хотя бы две.
И туда какую-нибудь одну кинуть. Маленький, с, артиллерии, с артиллерией какой-нибудь. Сейчас покажу тебе прикольную точку в объезд. Мы, по-моему, уже ездили. Давай. Да, по-моему, ездили. Квадрат С3. Так, берем большие, да, там как раз она одна. Сейчас там будет тяжкая работа. Все, погнали. Уже стреляет кто-то, а? Бронебойный подкалиберный. Где уже ты? Толкает. А... Не вижу тебя. Ну, вот я сзади. За мной? Не, я тебя не вижу. Ну, за тобой прям. Так, прикинь, не вижу. А, о, теперь увидел, появился. Не прорисовался. Бывает. Можно было и не так ехать. Так, ладно. Вот сюда объезжаем сбоку. И там на С3 есть такой... Лё... У меня водитель контужен. Пиздец. Он застрял? Да. Сейчас водила выздоровеет. А он за 3/4. О, нас тут вообще... Чувак, нас кинуло жестко. К 3/4. У них рейтинг 3.0. Боевой. 3.1, 3.0. На войне. Да это ночью, потому что никто не играет больше. Да нет. На этих танках нам еще более-менее с ними воевать. Но у тех малышах, что у нас там в ангаре остались. Куда ты ушел? Ой, меня чуть не вынесло. А давай друг друга поцепим, будем вдвоем на одной цепи ездить. Да вот тебя там уже... А у меня тут пиздец. Ну давай попробуем, давай попробуем. Ну давай. Нажимай 0. Сейчас я пушку не могу... Нажимай ты. Ты нажимай. Нажал. О, а, блин. Я, наверное, сильно разогнался. А ты далеко уехал. Давай, догоняй. О, есть. О. А чё, мы уже приехали? Смотри, танк впереди, да. Конечно. Уже сюда арта закидывают. Да, кстати. Так, все, я цепляюсь. Они тоже сюда едут. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Конечно, потому что здесь центровое место. То есть это второй фронт. Здесь же можно шкуродерить. Тихо-тихо. Ой, 3/4 надо въебывать отсюда. Срочно. Уходи отсюда. Она еще от башни. От башни ты ее не пробьешь. Только ПТшки могут. О, огонь артиллерии. На арта еще сейчас. Я проскочу. Так, а ну двигайтесь. Ого! Это неожиданная была артиллерия. Вот вражина впереди. На самолете. Сюда надо в канавку прыгать срочно. Ты здесь? Ползешь? Да вот я пытаюсь. Да зря проехать. Ты по ним стреляешь. Сюда поехали. Да я не стреляю, я проехал. Что, поехали на захват, чё? Ну почти. Вот тут вот арки у меня. Тут надо танк выбить. Какой-то тут есть. Нету никого вроде. Ай-яй. Нету никого. А был. Ладно, тогда назад и влево. Вот
просто думал, вроде есть тут. Светился. Может, на мосту стоит? Куда влево? Смотри, влево и вправо потом. Там будет просвет. Мы будем базу выбивать. Только далеко сильно не спеши. А то прям на всех на них выйдешь. О. Вон он, впереди. Все, стой, стой, стой. Вон он. Да-да-да. Главное ж. Блин, так криво пушка стреляет, я в шоке. Все, он умер. А теперь направо, справа, ну там смотри. Сейчас их там много будет. О, Т-28. Отступаем. Назад, назад. Отъезжаю. Пускай вылазят сами на нас. О, у меня этот помог. Наш Т-28 пошел. Поворот башни мне повредили. Я пока починюсь. Двадцать секунд. А сейчас я в НЛД попробую. Да, про. Кстати, НЛД проходит. Если позволяет, пробить. Ой, Т-34, надо помочь Т-34 загасить. Его только артой можно. Мы тут, у нас много. Нам не хватит. Его объезжать надо сзади. А он же умер. Так, я починился. Все, я готов к бою. На захват становимся. Давай. Ай-яй-яй, кто там сзади? Кто-то. Ой, сколько их арта, тут. Арта. Надо захватить и тогда вматывать. Конечно. Надо захватить по-любому. Стоим. Ко мне лучше подъехал. У тебя самый там сейчас цинус будет. Все, захватим сейчас. Да ты Ай-яй-яй-ля, что это еще? Нормально. Захватили. Но только пошел захват. Сначала аж забиваем ихний. А-а-а. Все, сейчас будем скоро съезжать. Где-то под вперед им поедем. Вот сюда левее станем в угол. Смотри. Вот сюда я постреляю. Вот отсюда. Левее? Я вообще не вижу. Где влево поворачиваю. Влево еще. Еще левее. А это что, ПТХ? Да, тикай, Т-28 тут, тыкай. Вот сюда. Не вижу, куда надо ехать. Так я не вижу, где ты, а вон ты, за тобой да. Ехать. Да. Тут в укрытии будем. Они же будут на базу уезжать, а мы будем расстреливать. Ну что-то башня еле поворачивается, я ее починил. А вот уже едет там сверху. Т-28 едет. Откуда сверху? А вот сзади-то, кто сзади-то? Сзади. А, вон. Да вон спереди 3-4. А, это наш. 3-4, вон, да смотри. Не влазь, пускай 3-4 сама едет, не влазь на него. Куда не влазь, меня с выстрела заберет. У меня башня не поворачивалась. Так, ладно, лечу. Поддержкой артиллерии сейчас я вылечу. Давай сюда назад отъедем, да и все. А я умер, ну, я за рез поеду. Ну пиздец, он меня сразу всех убил. Ну конечно. Поэтому я от него вытекал. Вон, сейчас... А тут гусли не сбиваются, нет? Сбиваются, надо четко попасть, только именно по самой гусле, а не в каток. А я его не пробиваю, четвертый. Ну вот, а я тебе о чем? У него рейтинг 3-0. Не ровня нам. А он что, умер чи что? Не знаю, я не вижу, я еду. Белый, да, умер. Белый, да. Ну, бывает, оно багает. Не всегда четко показывает. Не контур там, или умер, не умер. Ну, обычно белый, значит, умер. Блин, опять я. Член экипажа целый. Ну, давай сюда езжай. Еду. Я газую. У меня две артиллерии есть.
Блин, они там влазят вот это под вражеский. Ай-яй-яй, бомба прилетела с замедленного действия. Ай-яй-яй-яй-яй. Это же бомбардировщик. А кто меня уничтожил? Да, бомбардировщик меня. Бомба замедленного действия. Ну сейчас я туда. А это прямо можно прорваться? Тут базу захватили, да? Можно да, да. Ну там же смотри, у них поддержка ж идет. Блин, СП ушел, я на него столько снарядов потратил. А я сейчас буду... Следующий буду сражаться. Во. Кто это снял? Я убил, что ли? Я убил с выстрелом, ничего себе. Бля, загасил меня. А кто у тебя там, кто-то есть? Так, что, надо куда-то арку кидать? Да, пока подъезжай, по обстановке посмотрим. Лучше побереги ее. Она ж копится, вот у меня уже две насобиралось. Максимум три будет. У меня три. Заебись. Ну, можешь одну кинуть, одну кидай прям туда. Куда-нибудь перед базой там. Сейчас, подожди, я этот самый... Слетаю на штурмовик. Ну так уж спрячься. А, где-то. Я вижу тебя. Эй! Ой, блин, я в тебя врезал. Двигатель сломал, да? Я думал, что оно блокирует. Не, нифига, тут все по-настоящему. Блин, не вижу танки. Правой кнопкой приближай, слышишь? Прибли, о, 3/4 буду. Ну, я вижу, у тебя получилось. Ну, что-то попал куда-то. Нормально, база отбирается. Сейчас они там что-то замешкали. А, им уже некому играть. Ну, пускай подходят. Они что, без боя решили сдаться еще? У меня что-то лаги какие-то. Да хрена у меня. Закончилась техника. У них? Угу. Скорее всего. Ну давай в атаку что-то пошли. Пошли. Нам надо, да, основное стрелять. Терять нечего. Ну вот кто-то оттуда отстреливается, смотри. Я через верх пошел, через мост. Кто-то есть там, да, но не светит. Тут как-то передача разведданных, она как-то, вот я не вижу, а ты видишь уже, да? Вот как-то передача разведданных по-странному идет. Иногда хрен знает откуда видишь. Иногда не видишь прям из-под носа. Ай-яй-яй, БТ-7. Ох, сколько их тут. О, затаранил 50-го. Кинуть в твою сторону. И меня убили. А они тут не осталось. Да они пытаются прорваться, а хрен там не получится. Я там закидал их. О, а ну возьму сейчас бомбардировщика. Восьмерка лучше, чем девятка бомбардировщика. Им еще и пострелять можно. А я семерку возьму. Все равно. А ты меня прикрывать тогда долго. На семерке. Ну, сомневаюсь. Зато я не сомневаюсь, что ты не прикроешь, да. А, у меня ракеты тут. По-моему. Да, ракеты. Есть, одного убил. В конце прям. Я или ты? Не, я. Восьмерка, кстати, ракетчик был, не, вроде бы не бомбами. Так. О, я исследовал ПЗ-3Ф. Вот у меня уже теперь два танчика, я нормально себя буду сейчас чухать. Я его меняю на ПЗ-3С. Да. Ну я только 3G след. 3G? Нифига себе. Он 2.7 у него боевой рейтинг.
Alt-3F 2.3. Так, я тогда 3G исследую, да? Так. Экипаж менять? Да, меняй. Выбрать экипаж. О, я выучил патроны. Вот, у меня будет бронебойно-подкалиберный 88 миллиметров на расстоянии 10 метров. Ну, конечно, горизонтальные приводы. Пристрелку орудия. Вот победил, нормально дали опыта. На все хватило. Несколько модулей аж изучил. Третий еще изучаться будет. Так, смотрим. Вот, все, я ПЗ-2Ф убираю отсюда. В отпуску. Вот, вот у меня три техники. ПЗ-4С 1.3 рейтинг. 2.0 ПЗ-3Е и 2.3 ПЗ-3Ф. Так что у меня все теперь нормально будет. Сейчас его покрашу. Быстренько какой-нибудь. Синий цвет. Ты что там красишь? Да я смотрю, чтобы у меня мои тут. Так, где-то глаза у меня еще были. 3G, по-моему. Не, глаз у меня нет, кстати. Крест немецкий. Не немецкий, конечно. Но... Так, я готов. Ты готов? Что у нас на ПЗ-3Ф? Так, снаряды. Ага. 63 миллиметра пробития. Бронебойно-остроголовый снаряд с бронебойным наконечником. Вот такая вот херня. Будут еще на 92 миллиметра пробития бронебойно подкалиберный, еще один такой же на 105 миллиметров. Нормально. Все, я готов. В бой. Сейчас испытаем наши новые машинки. Так, там хоть пишется? Пишется. Под поле. Это колесо, карта. Да это что такое? Надо изучать расположение. Конечно, тут карта-то огромная, я до там сих пор. Как...
до сих пор не пробил. Шкурки пробития поставил и все. А, ну. Я тут и пробовал в этом. Пробный выезд выезжал. Вообще в полигоне пробуют. Договариваются там или как. Можно вдвоем зайти, понял. Не пострелять. А тут он один. Шо, куда едем? Не знаю. Надо как-то с боков, в центр. О, вправо пошли, знаю, там понад берегом можно аккуратненько пролезть. Где ты? Вот он, прямо направо. Под правым понад берегом поедем. Ну, с этой стороны речку, с того к ней объезжаем. Ну, ездит неплохо, 40. С горочки 46 пред. Ой. Вот так вот. Ну, у тебя это кумулятивы там, да? Сейчас брони... Остроголовый, бронебойный какой-то там снаряд с каким-то наконечником. Потом исследуется у тебя. Под калибера, да, и тот будет. Ну, там один получше, один еще получше. Вон, видишь, как погнал малой? И я сейчас сюда. Ашотик. На Т-50. А что с нами Т-50 и 3-4, значит, будет. Вот тут болото, а. Так, все, вот здесь стоим. Ох, он и ездит. Кнопку отжал, а он еще едет, едет. Кто там? Кто-то должен быть, а я его не вижу. Что-то. Сейчас кусты повалим. Он за домом там. Ох, и звук у двигателя. Даже твой клево слышно. Такой именно настоящий. Тут через кусты это союзная техника про подсвет. Да, а как подсвет понял, союзников что-то работает, я еще не понял. Как-то он там по-странному работает. Так, ну что, думаю. И вражеская тоже контур подсвечивается через кусты. Подсвечивается, да. А, ты я понял, о чем ты говоришь. Убили его. Что, убили одного? Убили, да. Убили негра. Ну давай с боков теперь заходим. Аля, у нас карты. Нормально, у нас пока преимущество. Сейчас вот тут сбоку тихонечко зайдем. Не... Вот он. Не шумим. Так. Ушел один. Стреляешь. А по Т-28, дядь. У меня уже даже. Я его не вижу, прикинь. Уже убили. Что такое? Только что убили. Так, а он мне сломал, по-моему, этот. Надо ехать чиниться на базу. Поворот башни. Механизм поворота. Сломан. Ну давай захватывай. Тут надо вот эти пролеты пролетать по-быстрому. А тут забор. А, и кто-то вон там. Блин, лагает. Еще вот 26 там вот. А ты на базе, да? А где он? Ищите. В НЛД не пробил. О, командная работа. Я рядом стою и зарабатываю. Союзные войска захватили точку. Ай-яй-яй. Ага. Артиллерия. Это звуки артиллерии. Так, мне нужно уезжать. Да, захватили, уезжайте.
Я подъеду, сейчас починюсь и поеду дальше. Так, сколько мне там ехать еще? У тебя там сбоку есть то? Че сбоку что? Противник есть? Нет, вроде никого. Заезжай, чинись, чешу. Да, да, да. Я, блин, проседает ТПС. У меня вообще 18. Не могу заехать никак нормально. О. А у меня 13. Кстати, если у тебя есть ремонтная эта штука, ты можешь подъезжать к союзнику, когда он чинится, над ним ключик появляется. Можешь ему помочь быстрее починиться. Прикинь. А. Но тебе нужно, чтобы твой экипаж вылез частично. То есть танк не может двигаться, пока ты кого-то чинишь, себя или кого-то. Ему надо время то, чтобы вылезти, потом пока починит, потом кнопку нажимаешь. На артаке, да. Я вижу. А он мне не починился, блядь. Может, это не чинится? Чинится, он просто зеленым у меня горит, а поворачивает плохо. Ну, еще повредили, как слегка, как бы. Но поворачивается очень туго. Ну, поехали к ним. Походу, они там. Да ну, пускай сами лезут. Да? А я поехал. У меня еще есть танк. Ну, поехали вдвоем. Ну, просто этот не хочется. Ну. Он уже печальный, раненый. О, вот кто-то тут. Где, ну где, так где? Что, ты едешь? Я вот еду уже оттуда. Я уже приехал. 3-4, Санёк. Ой-ой-ой. А я и даже днище не пробил. Арта сюда, давай сваливай. Само собой. Подъезжает, может. Да давай, свали, а ну, давай назад. Вперед на него крутить на ПЗЦ, да я крутить не ищу, у меня башня не крутится, я на, ну, ПЗЦ погнал. Т-34 там, да хуй на него, я не могу забор сломать. Да поехали на 3-4, если да, я не закручу, у меня башня не крутится. Тут вот справа ты пропустил, я его возьму. Я взмаюсь. Матуюсь. Бля, он меня с выстрела убил. Бля, он еще живой. Сука. Все, сейчас лечу на ПЗ-3Е. Бля, быстро как поворачивает. О, у меня что-то новые снаряды. Глянь, как этот. Не могу, не могу. Хоть меня тут раскидали вообще. Ну, потому что они все там. Ты такой дали. У них же РС рядом. О, я сейчас новые снаряды испытаю. Короче, опять по над речкой попробую. Ну, я слева поеду на... Поехали вместе, да, поехали слева. Ну, слева оно быстрее будет. Все равно мы выедем. Ну, да. Ну теперь попали просто в нужную команду. Слив. Ну да. Причем прикол, вот серые ники, это те, кто вышел уже в ангар. А он же ж ничего не заработает. То есть те, кто не выдерживает, выходят. А пока ты сидишь, смотришь. Да, ну это бред. Почему-то ты, если не... Это тут ничего не за это фигня. Ну так вот у них. Такая у них вот. Блин, так дергает ствол. Стабилизации вообще никакой. Так. О, 3-4 тут стоит. Там и ПТшка стоит.
Интересно, убил я его очень. Арту надо кидать, ля там у них скопище. Так, БТ убил. А у меня нету арты. А что-то арта не кидается у меня. Пец. Не достает. А, там же база их. А, не достает. Там база ихняя, туда не кинешь. На базу кидать нельзя. О! Я, наверное, с самолета. Не успеваю я доехать. Все, лечу. Ого, их там еще. А что такое? Убили меня. Ай, я не попал. Убили, да? О, да ты какой? Я 14-й. Так, запчасти надо изучить, потом снаряды. Готов? Да не, я уже спать. Все, пошел. Ну давай, я еще пару бойков-то тоже спать пойду. Давай. Все, давай, удачки, это дарка отключаем. Завтра, если что, погоняем. Бля, я втыкаю в чат. Давай еще газанем. Так, ну что ж, смотрим, проверяем.
Мы уже поняли. Thank you.
Так, кто здесь? Снаряд не нанес повреждений!
Победа в наших руках. Следующий бронебойный. Thank you.
Вражеские войска захватили точку. Победили!